Сегодня у нас 16 июня 2016 года. Поселок Потереевка. Вот мы пришли с детским православным лагерем на картошку. Окучиваем, пропалываем, кто как может. Кто может, тяпками работает, кто руками. Вот. Ну положи себе в карман, если тебе надо ее. Вот. Сейчас они пропалывают тут. Возле кустов руками проходит, чтобы не срубить. Фрося, Фрося, побыстрее она шевелится. Ну что ты? Так медленно. Тимофей, не рассматривай куст, не надо. Жуков не смотри. Тебе не жуков сказали смотреть, а пропалывать. Пропалывать я тебе сказал. Пали давай, пали. Ну показывай. Соня, о, попадали у тебя. Подними их. Ну-ка покажи на руке жучка. Вот он, полосатенький. Вот, все, клади его туда в бутылочку. Вот, Соня и Маша. У них ответственное задание переловить всех вредителей, которые едят нашу картошку. Вот она задумалась. Внимательно смотрит каждый кустик. Вот, у нас 18 соток здесь. Огород большой. Ну ничего, с Божьей помощью сделаем. Каждый день будем ходить. Да, он тяпкой тебе, если что, срубит. Пока работай, другой. Только не оголяй ничего, ноги-то. Что ты? А я буду выкашивать, заниматься. Вот так вот. Слава Богу за все.